Все началось с ювелирного ритейла. Это были розничные магазины, розничная сеть. Вот. После это переросло уже в создание производства и как бы создание розничной и оптовой компании. Бизнес для меня на самом деле это возможность принимать вызовы, наверное, которые дает общество, страна, соответственно, отвечать на них. Это интересно и на самом деле гораздо интереснее любой компьютерной игры. Для меня успех это прежде всего возможность достигать цели вместе со своей командой, потому что любая компания это как хороший парусник, да, когда решение капитана это еще, так сказать, не весь успех. Поэтому будем наполнять свои паруса ветром.